Карман на спеццепях и специальный замочек. Да. Без него ты эту цепь не закроешь. Да. Значит, надо возить с собой еще и замочек. А кто-нибудь везет? Можно и без замочка обойтись. Я с собой всегда вожу замочек, потому что меня напугали, я с собой всегда вожу. Нет, ну мы поставили мой замок. Мы его аккуратно вышли. Ну на шимановских цепях, у них всегда есть такой специальный замочек. Я еще недавно купил, наверное. Нет, так у нас... Водичку набрал, да? Нет, так, как по колено выходил. Будешь головой вниз в воду прыгать или... Вот я раздумывал. А я слышал, итальянцы. Ну, я не имею в виду, может быть, итальянцы. Но в принципе, англичане, у них была программа по колодцам. Ага. По всему Негеву. Они часть построили, часть вот так вот. А, вот. У нас все мощь. Обратитесь к первоисточнику. Ну, смотри, если, конечно, есть поломки, вот так, то запросто. Но... Даже без поломок. Новички заводиться с той стороны. Парашютисты в воду приземлили? Mm. Они прямо на солилю приземлили. No.
заводе. Я считаю, что это достойно. Ну давайте сделаем фотку. Ну да, что делать. Раз такое дело. Да. Хацацон-то есть, угу. Все другое-то нету, но... А как же туда подбираются, например? Просто идут такие, вот да? Оттуда идут. Угу. По пути есть другие, поменьше.